На моей черешне обосновался рой пчел. Сейчас будем наблюдать, как его снимут. Ого! Ничего себе! А если так чуть-чуть подзалезть и снять, не укусят меня? А как это, теоретически они должны в улик позалетать, да, или как? А как это они могут потом резко полететь, да, кусать? Конечно. Сейчас узнаем. А я была в обед. Ага, ты там через окно покричи. Хорошо там день рассказывать. В обед приходить. Я в пчелах не разбираюсь, но даже пчеловод говорит, что рой большой. Просто весь ствол облеплен. Такое ощущение, что там просто дерево толще. Стою без защитного костюма. Пчелы жужжат сильно, я не знаю, слышно это будет на видео или нет. А я успею убежать, если что? Они через перчатки не кусают, да? Так кусают, но не так. Ну, я понимаю, знаешь, они где-то сюда. А вот это вот что? Виталий, гидро подавай. А там приманка какая-то, да? Ну, рамки положу. Не надо? А, и просто так оставить, да? И они сами там. Не, ну он сейчас будет что-то там делать, он специалист молодой. Вот и крышку кинь. Ё-моё. Он просто ведром черпает пчел. Ох-ху-ху! Дима, да, Виталий? Сейчас они сядут. Кошка убежала уже. Зашумели. Просто черпает ведром, как воду, и высыпает себе в улик. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, сейчас укусят.
И они сами теперь туда должны... Ну, там есть матка, если она попала в ящик, то да. Какая-то из них, ну, просто, королева, да? Короче. Ну, ты, ну, наугад, да, не можешь понять? Ну, я ж не знаю, где она. Ну, скорее понятно. Всего, там внизу. Сейчас посмотрим на все это сгляди. Иди в машину. Укусила. Ну что, они уже туда залетают сами или нет? Ну, там часть. Нужно это спросить. Поспорно. Пыш-пыш, уйди, уйди. Вечер, плохо взлетают.
Ого. Все, я текаю. Так, вытаскиваем жало, укусило. Такое жало. Извлекли. Вот оно. Ну, чувствую себя пока хорошо. Аллергии, надеюсь, нет.